Всем привет, друзья мои! У меня к вам большая просьба. В комментариях к этому видео напишите, что мне стоит снимать дальше. Потому что я просто запутался. Я пробовал множество игр, и теперь я не знаю, на чем остановиться. Напишите, какую игру снимать, там, Dota, Rust, Minecraft, инди-игры. Если это Minecraft, то напишите, что именно снимать. Как раньше снимать летсплей, или снимать прохождение карт, или что-нибудь другое, например. Самое главное, напишите в комментарии, чтобы была взаимосвязь наша с вами. Все, всем спасибо, жду вашего ответа.